Что дальше? 160. 160 на зверя. Что-то опять долго была загрузка. Грузил трекер долго. Я аж испугался. УГН. А68Н. Так, у нас три красных, одно синее. Бомбы и тостер. Так, 0,90 скорость, 4,19 дамаг. 3,01 тирейт. Опять стады нормальные. Только скорость низковата вроде. Все остальное неплохо. ТП куча. Так, денег нет, пока не могу тостером пользоваться. Хотя в это время я бы уже хотел бы его нажать. Гребаные ублюдки горелые. Тут тоже можно нажать. Меченый. Найс. Умеченные. Можно бомбу. Можно бомбу. Вау. Реально можно бомбу. Отлично. Много бомб. Можно еще больше бомб. Но такие бомбы мне уже не особо нужны. Такие бомбы не нужны. Я знаю, ну типа зачем хп тратить. То еще может пригодиться потом. Фига себе, два этому. Не прям полезных кэша этому, но два этому. Прикольно. Такое не часто увидишь, тем более в обычном рауте. Так, Сакрума навряд ли активируется. Сейчас попробую. Навряд ли. Не упало. Не упало. У тебя была секретка с сосиской ТНТ. Недурственно. Так, немного денег. Надо в магаз зайти. Справа, да? Угу. Все разные. Зря я сейчас ем их сразу, вдруг там ПХД. Это ужасно. Опа, яйца. Опа, минус скорость. Битка. Сегодня быстрее ее нашли. Блять, что? Реально позабил. Стоял. Поэтому. Ну вообще мешок можно забрать, наверное. Просто я хочу еще пойти в этот. В альтраут. Как обычно, на зверя. А заберу мешок. Мешок может что-то дать прикольное.
Кандалы вроде мусора. Не думаю, что я как-то их смогу реализовать. Да типа ванап, но странный ванап все равно. Не сильно уж полезны. Oh, I didn't check curse room. Well, rip, I guess. Fucking lost curse. Ёпта. Господи, нихуя не вижу. Все сливается. Нет, это, конечно, много, но все же аккуратнее. Подожди. А типа, если я поюзаю сейчас блодбомбы, я потеряю белое или красное сначала? Как это будет работать? Я не знаю. Очень хорошо. Ясон. Наверное, я беру все, ну кроме Blood Rites, очевидно. Ну да. В принципе, нормально будет скорость хотя бы с креста. Тут скорость очень всратая. Сколько там скорость дается? Плюс 0.1, нормально. Да ёпта. Насрал. Блять, теперь ты мне даешь бомбы, сука. Теперь ты мне даешь бомбы. Спасибо. Я не пойму. Хотя я там могу пойти ластом. Кстати, опять Curse of Lost. Твою мать. Опять Curse of the Lost! А! Я думал, ты меня тоже ёбнет. Офигеть. Тут все же меня не ёбнуло. Приятно. Приятненько. И хитбокс у этого говна облака. Там будут тоже меченые. У них дроп одинаковый, да? Или... По-моему, да, по-моему, дроп у них тоже одинаковый. То есть там нихера не будет, видимо. Сильно полезного не будет. Бля, жду, когда будут новые правила цикла, что нельзя чат слушать. Скарлетт тоже. Чат послушал, все, старик... Нелегитимные. Удаляй стрик, потому что в чате хуйню написали про стрик, и все. Играешь уже нечестно играешь. Жду не дождусь новую версию правил шизоидных. Здесь они будут. Там паузу уже нельзя ставить. Это не супермеченый, если... Это не супермеченый, если ты пред камень. Если что. Что? Ну да, типа, если ты поставил паузу в игре, типа, ну, в руме активно, то все. Удаляй стрик. Получил преимущество. Потому что комната была активная. Ну, а так это просто... По приколу. Я не знаю, это вообще всерьез эти правила воспринимают. Типа, кто эти сумасшедшие. Но такое реально есть. Комьюнити. С гига правилами. Привет, мамби. Аура от креста. Меня крест ёбнул.
трусы. Носи трусы, не сын. Сейчас уже костры бахнем. Да, мы можем скипать тентель, но не можем ставить игру на паузу. Именно так. А еще ты можешь графику в игре понизить, чтобы не было всяких дождей, не было отражений, не было всяких туманов, не было. Это тоже можешь все нахуй вырубить. Потому что это на игру никак не влияет, очевидно. Вообще никак. Никакого не дает тебе преимущества. Поэтому да, это тоже можно все отключать. И все будет честно. На, дробь, не ходи нахуй. Так, ну короче, ладно, пофиг. Мне так пока все в порядке вроде. И по-моему скилл тоже можно менять, кстати. Я не помню. Честно, уже не помню. Можно ли менять масштаб игры? Может быть, можно. Это не уверен. Я в этом сервере давно уже не состою. Меня их эти смешные правила все-таки добили. Когда они даже, если ты получаешь через блессинги, через ломку блессингами получаешь тренинг, тоже можешь его скипать. Это было финальное. Такой клоун надо, я уже не выдержал. То есть они могут ломать игру в каждом беге, но если дают тем-тренер, то игра нечестная. Просто, ну, гениальная логика. Я решил этих клоунов оставить самими с собой уже. Пусть там дальше разбираются. Я точно этими правилами собираюсь следовать. Как-то вроде похуй. Опять-таки, экс. Да, именно так, Урда. То есть ты просто себе хуяришь блессинги, получаешь тренер и скипаешь забег, потому что тебе дали тренер. Там один айтем из 10 стартовых. Именно так. Потому что эта игра нечестная. Ломать игру в каждом забеге честно, а тренер получать это нечестно. Именно так. Именно такая охуительная логика. Ну на самом деле вроде это правило уже отменили, кстати. Так что ладно. Тут я маленько, по-моему, напиздел. По-моему, вчера говорили, что это правило уже, по-моему, отменили. Так что ладно. Там мозг где-то на 0.5% стал чуть-чуть работать. Вроде блессинги все же это не дают тебе права скипать тренера. Только если будет прям стартовый айтем. Типа просто эденовский стартовый айтем. Но это мало чего меняет все равно. Что там все нуши заправил еще гора. И без этого. Да там не только французы на самом деле. Уже не стал говорить про французов. Там и так хватает клоунов без французов. Кто за эту хуйню ставит голоса? Просто там больше всего, типа, ну, ребята с Франции, потому что, ну, стрики они больше всего, в принципе, делают. У них самое большое, наверное, комьюнити в Айзеке. Вообще. Поэтому их много. А так, я уже бы не стал бы прям на этом внимание акцентировать. У меня уровень английского. Смотря сколько details, смотря какой фабрик. А можно без этого мейза? Страшно же. Скажу. А, я же залочил, правда. Я же залочил. Но я заберу полет. Ну, наверное. А! Тоже Левиафан, серьезно. Получил два полета сразу. Дальше, наверное. Подожди, тут же нет, да, планетария? Нет, нет, нет планетария. Ты ему негде быть. Ты ему просто негде быть.
А, Excel. Понял. То есть, возможно, не будет планетария. Хотя я тут могу обе этого рума скипнуть. Я потом их устану искать, наверное, на подъеме. Excel. Хотя Excel не будет нас сильно большой, да, ведь. О! Ты со мной пойдешь. Ты идешь со мной. По-любому со мной идешь. Хорошая карта. Я успеваю на босс раш. Телепорт нужен. Давай. Может быть, Shadow упадет, но ладно. Может быть, не упадет. Душу, возможно, на мавзолей, да. Посмотрим. Может быть, на этом руму. Хотя, не, на этом руму странно будет использовать. А, бля, там нужно, по идее, в этом руму, да, перекинуть стрэнг-карту. Бля, это неудобно будет. Ах ты не, я могу на боссе оставить. Я могу на первом боссе оставить стрэнг-карту. А, я босс уже нашел, хуй. Быстро. Блять, аккуратно. Even shrink it. Who cares? Not me. Лол. Опа. Вид последний. Так, можно все-таки мне найти full карту? Вот чем Excel я не уважаю, это то, что хер ты full карту найдешь. Это ж огромный, блять. Мне красных хп не нужно. Мог паролить скрятки. Да нахера. Че там на ролю? Мешок какой-нибудь. Блять, сейчас. Хотя магаса я еще не нашел. Ну хотя, блять, ладно, я успею, я успею. Блять, я может не успею, нихуя. И магас еще. И можешь плевать на магас уже. Ну хотя нет, там будет точно магас. Там не будет грида. На самом деле, думаю, все-таки надо магас найти. Тебе нормально, Кейдж? Че его так дубасило? Ебать, еще красного хп миллион. Миллион красного хп. Я думаю, я успею. Если там мага где-то рядом уже будет. Будь рядом. Уже не сильно рядом. Там луп? Это похоже на луп. Это очень похоже на луп. А, было здесь. Магаз был не очень близко. Но все же... О, шли отпуска сразу. Запустили отпуска. Херенный магаз. Ладно, давайте денег закинем. В ноль сыграли! What? В ноль. Я все деньги отдал ровно. Отлично. Why so many black hearts? I don't know. Just lucky, I guess. I don't think I have anything like... Is this black heart generation? Maybe...
Leviathan, maybe? Makes more black hat drops, but probably not. I don't think so. Just Isaac being Isaac. Планетария? Да, наверное, нету. Не знаю. Посмотрим, блять, осторожно, это ничего брать не надо. Сейчас, может, еще вернусь, этаж дотыкую. Я думаю, по-любому будет планетарий, кстати, мавзолея все равно. Там шанс будет уже, по-моему, стопроцентный. Ёпта! Ты бы хотел, конечно, паролить. Эх. Хрень. Плохо. Хрень, хрень. Для квеста. Ну, вообще, да. Блин, тоже так-то правда. Бля. Ладно, давайте. А сколько там будет красного? Два? Ну ладно, ради скорости хотя бы. В принципе, тоже правда, наверное. Правда. То мне, по идее, не особо нужно. У меня ничего нет на то, что... Ну только то, чтобы в кроватке поспать мог. Ну я так посплю в кроватке. В принципе, да. И правда звучит более разумно. Ранний телепорт на сделку. Все-таки там могу паролить там айтемы. А вот где была фулл-карт. Еще белая. Странный. А, я, кстати, получаю хп, наверное, из-за мешка. Вот почему я получаю хп. И черные, и белые. Разгадали. Разгадали загадку. Это мешок. Точно, это же гребаный мешок. Все логично. Разгадано получается. А да, еще хп красное. В принципе, реально же получается удобно. Я же все равно потеряю хп и снова смогу его восстановить. Кроватки тут же. Просто идеально. Да, еще полсак. Так что мне, да, тут наоборот выгоднее сейчас клепать контейнеры. По идее, должен быть планетарий. На этом этаже. Вроде должен быть. Шанс уже довольно большой. Я все еще не уверен, что каждая там рума отдельно идет как типа скип для планетария на Excel. Но возможно и отдельно идет каждая там рума. А не как этаж. Но не факт. Хотя на самом деле не, я это оставлю. Это наоборот полезно. Мне надо хилиться, чтобы крест пропать. Так что окей. Че, дым уже нихуя нет, странно, даже с крестом. Это ран на удивление слабенький по ощущениям. Нормально, конечно, но могло быть лучше. На крест есть кап. Ну да. У тебя же хп же не безлимитно, очевидно. Ты ж не можешь себе сделать 200 хп красных, правильно? О, я могу с собой хаос... А, нет, у меня это стрэнг-карта. Нет. Стрэнг-карта лучше, чем хаос-карта, все равно. Ты серьё... Ты охуел? Б1, да. Ну, либо я могу найти скорость, тогда я, возможно, смогу просто до кровати добежать и крест активировать. Такое тоже возможно. Такое тоже в теории возможно. The Hierophant. Оп. Так, кстати, либо тут нету планетария, либо он справа. Одна рума осталась.
мало. Здесь справа. Сука, его нету. Серьезно, его нету. Я опять начинаем стрим с Татьяны. Я тоже Татьяна. Так же было. Спасибо за 300 большое, за комиссию Лёбы. Он решил мне скинуть на это. На тест. Эта группа, она уже была или типа после нового какой-то проект? Я тут даже почему-то не слышал про нее вроде, или не помню. Хотя у Тома Йорка куча проектов всяких было уже. Потому что ты пропустил просто в свое время. Видим, что там Йорк. Ну, похоже, без планетария. Все же без планетария. Возможно, он был, кстати, на Excel, я там, по-моему, не все проверил. Я там не все... Жаль, кстати, что не остается планетария. А. Окей. Ладно. Типа, если ты скипнул планетария, то все. Ты его не получишь на подъеме. Нихуя себе. Ложечка. К обеду. Ничего я не скипал. А, нет, скипал же. Конечно, скипал. Джоби и Тамрума остались. Неплохо. Хотя можно было поролить, попробовать что-нибудь получше наролить. Ладно, неважно. Капец, конечно, бомбить будет. Даже довольно короткий, в принципе, Excel. Так. Чё осталось? Блядь! Аккуратно. Чё осталось? Skiffs 2 я... Скипал? Нет, не скипал. На карте где-то отображалось, ага. Skiffs 2 не скипал. Альтраут скипал, да? Обе айтем-румы. Там обе будут айтем-румы непосещенные. Скорость говна, я не добегу до кровати. Что надо реально как-то хб находить перед кроватью. На последнем этаже. Чтобы хороший был бонус. Спасибо за good luck. Терза максимальная, две карты, слот. Интересно. Я эту карту хочу использовать, знаете где? В комнате мамы. Попробовать. Вдруг там реально пол мамы в этой комнате будет. Забавно, наверное. Вдруг нож выпадет. Тут довольно маленький пул айтемов. Не сильно обширный. Короче, не нужны красные хп. На финальном этаже красные хп находить. Ничего тоже не нужны. Крест даже не активировался, еще хп не было. Да, таких нож, кстати, функционирует. Синергия есть. И то, и другое будет работать. Так что это даже будет довольно полезно. Seems like I have a mitre. That's actually fucking mystery sack. I just noticed like a couple floors ago. It's a mystery sack that gives me all random hearts. That's why I had so many black hearts and white hearts. It's a mystery sack action. Gives me a lot of extra hearts on room clear. I'm pretty sure it is. It's pretty nice that I took it this early. It's gains. That's wise. У них вот этот половинки.
Бля. Бля, 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 нахуй не надо, бля. Пиздец, у меня скорости нихуя нет. Чуть не трахнули. Ну, почти максимальная хп. Тоже не максимальная, да? Еще половину, по-моему. Половинка. Собака. Тренька вообще не работает, блин. Странная. Да, я тут никак, по-моему, не добегал. Давайте поспим маленько. Передохнем. Опа. Полезно. Тут же во всех румах полная на этом рума, да, просто? А тут нажмем. Да, тут реально пол маминых айтемов. Смешно. О, я мать. Заебись. Нож в жопе получил. Ура. Кайф? Капец, кайф. Играть выгоднее. Билд хороший. На бомбы толкать между делом. Ладно, золотой есть, но я думал, все равно это было полумамы. Я думал, это все же не совпадение. Я не верю в такие совпадения великие. Что я делаю? Радуется. Ладно, можно, по-моему, уже расслабиться. Пофиг. Нет, по-моему, сундук не дюпается, кстати. По-моему, очень давно так пробовал делать. По-моему, нет. Хотя, подожди, или, блядь, да. Сука, я опять забыл, нахуй. Я забыл. Я это делал раз в жизни, скорее всего. Как будто нет. Типа, как будто это не какой этот сундук реальный. Типа, какая-то уникальная хуйня. Мне кажется, вроде он ничем не диплос. У меня была то ли диплопия, то ли ера. Может даже была... Диплопия даже, может, была. Точно не помню. Он пальчиков... Да пальчики, блядь, не... Он так себя дамажит. Я его хотя бы убью? Нет. Этого даже не хотят, чтобы его убить. Вот настолько они хуёво дамажат. Настолько это хуйня. Почти по сути монет я даже не убил второй фаз этого всадника, который самый слабый из всех по хп. Охренеть. Так что... Нет смысла. Броня это пиздец. Хотя там даже без брони, наверное, было бы мало. Оно же дамажит не так сильно, в принципе. Хотя не, если не было брони, наверное, было бы нормально. Все-таки без брони там урона сколько там летит. Много дамага летит. Став до тычки. Там от дамага скилл есть, да. ПВД можно отскелиться. Плюс там есть какой-то минимальный урон, который ты в любом случае будешь наносить. А, у них там по 2000 хп, нет, разобей. Я думал, там поменьше хп почему-то. Они шарили как типа Blue Baby. Условно по хп еще и с броней. Так что да. Все логично, так хуево проходит с этим фингером. Смысл брони? Файт усложнить. Сделать его более долгим, очевидно. Никто быстро не умирал в этой игре. С финальных боссов. Игроку насрать в жизнь броней. Фиги. 160.